Две минуты до запуска. Внимание, все по местам. Генерал! Генерал, похоже, на борту шпион. Прикажете отложить запуск ракеты? Что? Просто тебе не уйти. Что у тебя в кармане? Достать! У него бомба! УСО. Это агент Би-Джей Блажкович. Разбудите директора. Скажите, что я должен встретиться с ним как можно скорее. Лондон. Английское подразделение управления секретных операций. Кабинет директора. Агент Блажкович, входите. Вы успешно справились с заданием на Тирпице. Пустили его ко дну. Спасибо. Меня больше волнует найденный медальон. Нас тоже. С ним работают лучшие наши специалисты. Есть результаты? Немного, но есть от чего оттолкнуться. Медальон служил символом загадочной секты, поклонявшейся некоему черному солнцу. Они погибли в результате катаклизма и за столетия о них успели забыть. Несколько десятков лет назад тулийское общество возродило этот символ. В число этих оккультистов входят высокопоставленные нацисты. Из подразделения паранормальных исследований СС. Разумеется, но еще интереснее кристаллы, сокрытые в медальоне. Их можно найти только в одной точке планеты. Немецком городе Айзенштадте. Мы вышли на связь с бойцами сопротивления, кружком Крейсау. Они располагают интересными данными. Генерал Виктор Цетта, восходящая звезда тайного подразделения Гиммлера. Последние несколько недель он проводит операцию в Айзенштадте. Но какую именно, мне неизвестно. Думаете, медальон добыл именно Цетта? Это вам и предстоит узнать, агент Блажкович. Приказ таков – встретиться с бойцами сопротивления в Айзенштадте и прояснить ситуацию. Простите, что передохнуть вам не дали, Би-Джей, но вы с таким уже сталкивались. Больше посылать некого. Без проблем. Когда приступать? Немедленно. К путешествию все уже готово. Желаю удачи, агент Блажкович. Спасибо, сэр. Агент Блажкович, я из кружка Крейсау. Идемте. Идемте со мной. Здесь вас могут обнаружить. Находится в режиме полной боеготовности. Стой на
Быстрее, сюда вниз! На другой стороне нас ждут агенты кружка Крейсау. На колени! Шнель! Где он? Где Янки? Я не понимаю, о чем вы говорите. Скажи нам, где он? Я не знаю. Подождите. Нет! Прав ли информатор? Был ли Янки в поезде? Да, но кружок Крейсау опередил нас. Шайпе! Генерал Света будет в бешенстве! Поэтому мы должны найти американцев. Возьмите свое подразделение и обыщите депо. Мое подразделение продолжит поиски здесь. Все гражданские должны немедленно покинуть станцию. Агент Блажкович, меня зовут Эрик Энгле. Я член кружка Крейсау. Давайте сразу на «ты». Слушай, у нас мало времени. Нацисты обыскивают станцию. Они откуда-то узнали, что ты здесь. Но мы пока не можем уйти. Сложилась уникальная ситуация. На первой платформе стоит поезд отдела спецопераций, в котором находится экспериментальное оружие. Я слышал, ты хочешь навести здесь шороху. Так хватай оружие со стола из отдела. А когда будешь в городе, сможешь пополнить боеприпасы и достать лучшее оружие на черном рынке. Я отметил его местонахождение на карте. Гуд, друг мой. Теперь идем. Поезд отдела спецопераций нас ждать не будет. Патруль идет. Это здание уже обыскивали? Не знаю. Тогда проверь его. Не показывайся им на глаза! Тихо! Слишком темно! Ничего не вижу! Зайди внутрь и посмотри, Думкоп! Ищи укрытие! Меня согнали в угол! Вперед! Сюда! Граната! Осторожно! Внимание! Ищите огневую поддержку! Вперед! Не дайте ярко стяжать! Так им и надо! В укрытие! Слева! Нужно огневое прикрытие! Заряжаю оружие! Сюда! Внимание! Осторожно! Все подразделения должны охранять поезд отдела спецоперации! Помогите! Вперед, живей! Хороший выстрел! Отряд, в атаку! Их слишком много. Всех не перестреляешь. Бросай гранату. Хороший выстрел! Не дайте им загнать вас в угол! Я под вражеским обстрелом! Обеспечьте огневую поддержку! Молодец! Отлично, пошли! Не дайте Янке сбежать! Меня зажали! Я ранен! Внимание! Молодец! Он заряжает оружие! Скорее! Ложись! Граната! Всем в атаку! Биджей, мы должны спешить. Поезд сам не взорвется.
Чего ты ждешь, Биджей? Нам нужно взорвать поезд. Это здание уже обыскивали? Не знаю. Тогда проверь его. Нашел я! Хороший выстрел! Вперед! Я в ловушке! Нужно огневое прикрытие! Он здесь! Хороший выстрел! Заряжаю оружие! Сюда! Их слишком много. Всех не перестреляй. Бросай гранату и идем. Не дайте им загнать вас в угол! Я под перекрестным огнем! В атаку! В атаку! Перезарядка! Обеспечьте огневое прикрытие! Командую отступлением! Граната! В укрытие! Отступаем! Ярко здесь! Пошли, пошли! Продолжать стрельбу! Вперед! Только вперед! Меня зажали! Нужно огневое прикрытие! Вперед! Прикройте меня! Идите за целями! Всем в атаку! Обеспечьте огневое прикрытие! Помогите! Спасите! Отлично! Пошли! Зайзенштаб! Все вперед! Ищи укрытие! Биджей, я в ловушке! Мы должны уничтожить поезд! Отлично! Пошли! Чего ты ждешь, Биджей? Нам нужно взорвать поезд. Посмотрим, хорош ли ты подрывник, Биджей. Взорви запертую дверь. Ложись! Сейчас рванет! Вон там!
прикрытие! Всем в атаку! Я под перекрестным огнем! Все вперед! Так им и надо! Ложись! Граната! Все в укрытие! Ложись! Сейчас рванет! Вперед! Не дайте обойти вас с фланга! Всем в атаку! Все вперед! Как им и надо! Я под перекрестным огнем! Это шпион! Отлично! Пошли! Молодец! Граната! Наступаем! Меня зажали! Продолжать! Заряжаю оружие! Обеспечьте огневую поддержку! Зайзенштаб! Ложись! Я ранен! Отлично! Пошли! Хороший выстрел! Я под перекрестным огнем! Перезарядка! Хороший выстрел! Вот поезд! Обеспечьте огневое прикрытие! Вперед! Только вперед! Всем лежать! Я заряжаю оружие! Всем в атаку! Помогите! Я в ловушке! Слева! Вон там! Осторожно! Отлично! Пошли! Граната! Граната! Меня загнали в угол! В укрытие! Вперед! Живей! Внимание! Зайденштаб! Прикройте меня! Я в ловушке! Сюда! Все вперед!
Продолжать стрелять! Осторожно! Стреляй возле поезда отдела спецопераций! Соблюдайте максимальную осторожность! Вчера в нашу лабораторию прибыла партия весьма хрупкого оборудования в поврежденном состоянии. Оборудование было испорчено из-за нарушения условий транспортировки. В будущем прошу вас следить за тем, чтобы ваши люди обращались с поставками для проекта «Нахтзоне» с чрезвычайной осторожностью. МГ-42! Биджей, стреляй из пулемета! Не дай им подойти! Биджей, ты должен прикрывать нас с помощью МГ-42! Биджей, стреляй из пулемета! Не дай им подойти! Биджей, ты должен прикрывать нас с помощью МГ-42! Помогите спуститься! Что, черт побери, было в этом поезде? Не волнуйся, он ранен, но я его вылечу. Встретимся на явке кружка Крейсау. Ее местонахождение есть на твоей карте.
останавливаться! На помощь! Помогите! Что за дьявольщина? Кто это сделал? На помощь! Помогите! Кто-нибудь помогите спуститься! Что за дьявольщина? Агент Блажкович, следуйте за мной. На вокзале я встретился с Эриком Энгли из кружка Крисау. Нацисты каким-то образом узнали о нашей встрече, видимо. В ряды сопротивления затесался Крот. Уходя от преследования, мы уничтожили поезд отдела спецопераций. Он перевозил странные боеприпасы, при взрыве которых пропадала гравитация. Все предметы взмывали к потолку. Без сомнения, все это имеет какое-то отношение к генералу Цетти и тулийскому медальону. Надеюсь, Каролина Беккер сможет рассказать мне больше. Здравствуйте, агент Блажкович. Я из кружка Крейсау. Я покажу вам город. Вот карта исторического центра Айзенштадта. Я отметил на ней самые важные области и буду вносить дополнения по мере необходимости.
Запоминайте все необычное, что увидите по ходу операции, чтобы потом сообщить об этом нам. Пожалуйста, собирайте также все документы, которые найдете. Карты, приказы и чертежи. Торговцы черного рынка работают по всему городу. Я отметил некоторые точки на вашей карте. Там вы сможете купить боеприпасы. Вы увидите, что ваш журнал – бесценный инструмент. Почаще заглядывайте в него. Вам наверняка нужно пополнить боезапас после схватки на вокзале. Идемте, я отведу вас к торговцу черного рынка. Он тут недалеко. Потом пойдем к Каролине.